Биолог Майкл Смит из университета в Итаке, США, испытал на себе куда больнее всего жаль пчела и пришел к таким выводам. Самое болезненное место – ноздри. 9 из 10 баллов по моей шкале болевых ощущений. На втором месте верхняя губа – 8,7 баллов. Пенис только на третьем месте – 7,3 балла. А вот укус в теме оказался почти безболезненным, как будто тебе об голову разбили наэлектризованное куриное яйцо. Всего 2,3 балла, как при укусе средний палец ноги.